И будешь ли ты играть за Тудрос на МКС? Братан, ну пока не могу ответить на этот вопрос, потому что контракт я еще не подписался на спорте. Хз. Да или нет? Вот знаешь, вот я думаю, типа, я очень хочу... Может вернуться, блядь? Может вернуться домой, блядь? Чуваки, играю за на спорте, тренируюсь, но контракт еще не подписал. Я думал, ты вомкали уже, бро. Поэтому, когда подпишу, сообщу. Чуваки, ну от миллиона до пяти, а тут думайте сами. Ну кого? Никого. Отлично. Фидос. Фидос? Жек, кого бы хотел увидеть из Амкала, Судрос? Блять, не знаю. Эрикьяна. Амкал? Амкал? Амкал. Серьезно? У кого самый большой пенис на Тудрос? Этот карандаш так, пункт, и я сломался, знаю, блядь. Не знаешь? Не а ты что скажешь? Я думаю, уверенно у Эрика. Бро, ты думаешь, у них самый большой хуй у меня? Бро, насколько отстранен Богдан и Эд? Так, брат, ну говорят, сигнал через месяц поймают, так что вернулся. Все, март. Какой вопрос? Сколько весишь, бро? 77 килограмм. Честно, четвертый раз записываю этот кружочек, потому что сумбур в голове. Очень хочется кратко все вам донести, но тяжело. Ни в одной медиакоманды в данный момент меня не будет. Я ухожу, можно сказать, в свободное плавание, потому что, когда я уходил из Тудроц, короче, что там иметь, я нашел спонсоров на свой проект, наконец-таки, JazzKeeper, и я буду развивать его, буду развивать свой проект. Я считаю, это правильный шаг, потому что я не буду привязан ни к одной медийной команде, ни к одному медийному проекту, и все будет зависеть, по сути, только от меня. Я продолжаю тренироваться с Амкалом, пока Герман дает такую возможность. Там реально хорошие тренировки, там хороший тренер по вратарям. И будет возможность тренироваться с сахалинцем, буду тренироваться и с сахалинцем. И насчет сборов с профессиональной командой, я должен поехать. Точнее, я верю в то, что я поеду, потому что, ну, вчера мне Жека сказал, что сорвалась одна команда, на которую мы очень рассчитывали. И, скорее всего... Если получится договориться со второй, поеду со второй. Мне не важно, что это будет за команда, мне важно, что я пройду сборы с проф-тимой и наберу себе форму, вот, что самое главное. А в дальнейшем буду уже думать, если вдруг каким-то чудом я им понравлюсь. Но могу дать вам обещание, что вы меня увидите на МКС 100%, и что это за команда будет, я сам еще не знаю. Но на МКС я буду 100%. Где-то за полтора месяца до МКС. МКС стартует 31 июля. Я начну уже где-то в мае, получается, или в середине июня искать себе команду. Вот. Вот такая вот история. Что такое, брат? Ну что вылетело, брат? Не, братик, ну это ж я сам причем. Бля, ну... Growing up ain't easy. Too many things to do weekly. Too many thoughts to think deeply. Too many thoughts to be sleeping. Yeah. Oh my God, I'm not eating. I feel so empty, I'm receding. And all of my friends are misleading. All of these posts and the lives they're leading. Yeah. Oh.